Слияние четырех крупнейших медицинских учреждений Одинцовского городского округа произойдет 8 ноября. В единую структуру объединятся Одинцовская ЦРБ, районная больница номер 2 в Перхушково, районная больница номер 3 в Кубинке и Звенигородская ЦГБ. Вместе они образуют единую Одинцовскую областную больницу. Глава округа Андрей Иванов подчеркнул, ни одно из присоединяемых медицинских учреждений не будет закрыто.